Вы меня подбиваете на непрофессиональное поведение, направленное против интересов моего клиента. Алло, Володя, это Коля. Я по поводу отца тебе звоню. Отца, считай, убили. Мне бы хотелось, чтобы вы понимали, что это еще не конец. Мы будем бороться. Разорить бы. Есть идея. Мне нужны ваши документы и ваша машина. И ваша работа, разумеется. My name is Mark. DeForge. Главное сейчас для нас – это финансовый план для инвестора. Уже ждут. А как вообще возникла идея преобразования Кистеневки? Это вообще-то моя была идея. Это была ваша идея? Да. Только два рода людей по-настоящему интересны. Да, 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 да. Один из которых знает о жизни решительно все, а второй не знает о ней ничего. Ну, да. Я где-то посередине. Тогда встретились. Кто вы? Я не знаю вас. Дубровский. Сын Андрея Гавриловича. Дубровского. Ты шутишь? Ты нужна мне. Попали мы все. Что ты несешь? Жениться мне надо. Ты что? Дура! Ты нужна мне, Маша. Ты нужна мне. Я его люблю. Для тебя романтика, а меня раздавить хотят. Красота. Она как-то требует? Угу. Жертву.